с вами Настя Рыбель, я снимаю свое новое видео. Друзья, тут я сейчас опять гуляла в Киеве и нашлась вот такая классная собака. Скажите, пожалуйста, как сова. Как сова. Ага, и... Она сейчас будет делать. Она сейчас в туалет пойдет. А где вы ее приобрели? Она такая редкая сейчас. А сколько ей лет? 7,5. А как ее зовут? Собирал. Ее зовут Кашалотик. А, это она или он? Нет, это он. Это он. Можешь сказать? Да. Ты ему можешь сказать привет, и он тебя полюбит. Привет. Привет. И она в доме живет, да? Ну, в квартире, да. В квартире, такая большая. Друзья, я, честно говоря, выберу такую собаку вообще первый раз. Для мордочки. Все заводите такую собаку, очень удобно для содержания в квартире. Наверное, еще и детей водят, да, катают. Да, катали маленькие. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, видели ли вы такую собаку. Пока, спасибо за интервью. Классно прыгает. Все, всем пока, до новых встреч.